А еще в Ирбите в эти дни подведены итоги первого этапа ежегодного конкурса детского рисунка «Полиция глазами детей». То, как ребята представляют себе сотрудников правоохранительных органов, они выразили в своих работах. 22 юных художника в этом году боролись за выход на региональный этап конкурса. Как говорят сотрудники полиции, такой конкурс, как «Полиция глазами детей» – это отличный повод познакомить детей с работой правоохранительных органов, а также привить ему понимание того, что полицейский – это человек, который всегда поможет. То есть, как бы они изнутри изучают, как работает полицейский, и у них больше доверия. У меня вот дочь тоже писала ко дню папы и написала, что она хочет работать полицейским. То есть, как бы я постоянно привожу ее сюда. Она видит, как сотрудники работают, как с ней здороваются, как обращение, и у нее она доверяет полностью. Я думаю, и дети, вот, когда мы такие конкурсы проводим, они более уже доверяют сотрудникам. Для жюри определить лучшие работы оказалось задачей не из простых, ведь на конкурс ребята представили и портреты полицейских, и даже целые истории, рассказанные карандашом или красками. Работы отбирались по двум возрастным категориям – от 7 до 10 лет и от 11 до 14. Но, как и в каждом конкурсе, здесь есть свои победители. Ими стали Диана Елохина и Виктория Матушкина. Я хотела передать рисункам, что как дети видят полицейских отважных, что они защищают нас. И что вообще было изображено на этом рисунке? Там был полицейский, ага. Машина. А что он делал полицейский на данном рисунке? Он следил за порядком. Теперь работы победителей отправлены на региональный этап. Будем надеяться, что он станет успешным для работ девочек.